Всем привет, с вами Оля, вы на канале Ольга Свон. Сегодня у нас распаковка сразу двух коробочек. Я делала два заказа на сайте Рандеву. Там сейчас действует кибернеделя, приятные скидки на парфюмерию, на макияж, на уход и средства за лицом, за телом, за волосами. И также не забываем про мой промокод Свон, который даст дополнительную скидку 10% при покупках от 2,5 тысяч рублей. И покупки будут еще приятнее и выгоднее. Давайте посмотрим, что же я взяла. Начнем с верхней коробочки. Сейчас особенно выгодно брать миниатюры от Levante 8 миликов со скидкой 40%. К сожалению, не на все ароматы действует такая скидка, нужно смотреть. И чем больше берете миниатюр таких, тем выше скидка. Я взяла 5 миниатюр в одном заказе. И у меня получилась очень приятная скидочка в итоге. Я взяла себе Франк Букле Хамелеон. Это новинка прошлого года, 23-го. Столько положительных отзывов на данный аромат. Поэтому я решила взять, тоже познакомиться. И я думаю, что будет на него, конечно же, обзор на данный аромат. Вот Франк Букле. Там белые цветы в пирамиде, я их люблю. Хамелеон, интересное название. Далее я взяла себе Клиник Хэппи. Решил поностальгировать. Далее я взяла Киллиан Angels Share. Понравился мне данный аромат. Сделала на него обзор. Возможно, возьму флакон как-нибудь. Но пока думаю. Потому что аромат, конечно, не бюджетный. Поношу 8 миликов, а потом посмотрим, буду брать флакон или нет. Далее Lacoste Parfum. Это уже классика. Тоже решила взять. Нравится данный аромат мне. Так, далее. У нас Amouage Love Mimosa. Самое интересное, данный аромат мне не очень понравился в начале, когда я его тестировала. Но у меня был пробничек оставался. Я как-то его достала. Ну, какой классный аромат. Он вроде бы простой, но тут мимоза. И она такая свежезеленая. Красивая. В общем, я тоже себе решила взять. Напоминаю, чем больше вы берете миниатюр, тем больше скидка. Плюс скидка по моему промокоду, и итоговая сумма получается очень-очень даже приятной. Также я взяла себе пробник древнейшего аромата от Lanvin. Где он? А мне положили. Представляете? Я же его заказывала. Пробник от Lanvin. Странно. А, он в другой коробке, скорее всего. Я даю, конечно. У нас еще коробка. Я уже думаю, как же так? Вроде всегда Рандеву все четко у них. Все вкладывают. Он, скорее всего, в другой коробке. А я его прям жду. Этот аромат. Хочется познакомиться с ним. Это аромат 1927 года. Представляете? Это вообще древнейший. Наверное, он здесь. Во второй коробке. Давайте с вами откроем ее. Так. Ой. Сушалка. Так, так, так. Да, он здесь. Он здесь. Вот он. Lanvin Arpège. Парфюмерная вода. В другом заказе. Помню, что я брала, заказывала. Где же он потерялся? Очень было интересно познакомиться с ним. Ну, конечно же, ретро-аромат. Если будет стоящим, то, конечно, тоже сделаю на него обзор. Сниму ролик и поделюсь своими впечатлениями. Так, взяла две маски. Foodaholic Nature Skin Mask. Две штуки. 18 рублей. Стоят такие маски тканевые, по-моему, корейские. Да, корейские. Далее я взяла два крема G-God. В предыдущем заказе я показывала вам этот крем, хвалила. Я решила еще две штучки взять себе в запасике. Мне очень понравился. Сейчас мне в использовании. Вот он немножко отсвечивает. Классный крем. Хорошо впитывается, увлажняет, не скатывается. Все мне нравится. И цена приятная. Так, и взяла себе еще умывалку. В прошлый раз брала DSM
с белым чаем. Предыдущая мывалочка мне очень понравилась, но она, скорее всего, больше подойдет для жирной кожи. Когда есть воспаления какие-то, она немножко подсушивает, но прекрасно очищает до скрипа. И немножко, мне кажется, даже поры сужаются. Кожа прям лучше выглядит, мне понравился. И расход маленькую горошинку надо. Она хорошо вспенивается, приятно пахнет. Я в этот раз взяла себе с экстрактом сои, зерновых и риса. Экстракт из зерновых культур увлажняет кожу, отлично очищает кожу лица, смывает остатки макияжа и другие загрязнения. Кожа становится свежей, чистой и не стянутой. Далее взяла себе миниатюру от Ксерджов Лира. 8 миликов. Так, и что еще мы тут положили? 2 пробничка мне положили. Так, рука пустая. Это у нас ДСМ крем. Такой не приходил мне до этого. И еще один пробник от Анжелины. Какой-то новый бренд. По-моему, это нишевый бренд, испанский. Скоро будет выпуск. Hearts and Flowers. X-молекул и Fruit Narcotic. Судя по отзывам, это аналоговая парфюмерия, то есть ароматы, которые копируют известные хиты. На этом все. Спасибо за внимание. Если видео вам понравилось, не забывайте его оценить. Также подписывайтесь. И до скорых встреч. Пока-пока.